Читаем «Добротолюбие». Если вознамеришься идти в дальнюю какую страну и землю, то невозможно тебе будет в одно мгновение пройти расстояние целого пути. Но проходя каждый день от ночлега до ночлега с продолжением времени, достигнешь той страны, какую имеешь в виду. Тоже надобно сказать о Царстве Небесном и о рае сладости. Каждый достигает туда трудами целой жизни, постом, воздержанием, бдением. Воздержание, слезы, молитва, бдение, любовь — вот ночлеги, ведущие на небо. Проходи их терпеливо и радуйся. После каждого ночлега будут укрепляться стопы души твоей, и не найдешь затруднения в пути твоем, ведущем к небу. Преподобный Ефрем Сирин.